Итак, господа, мы, собственно, оказываемся в чудо-космолете. Космолет 960. Тьфу ты, какой он там? Все складывается на сегодня достаточно интересно. Сегодня у нас ралли Самара. Ну как, это не ралли, это даже не гонки. Это нечто... по катушке, вот так вот давайте назовем. То есть собираются, в общем, народ и делают между собой соревнования, в которых нет ни кубков, ничего. То есть это просто как проехаться по городу, допустим. И мы участвуем в этих соревнованиях. В прошлый раз мы заняли первое место, насколько вы помните. Те, кто смотрят, естественно. Те, кто не смотрят. В общем, я не хотел даже снимать сегодня видео. Потому что, там все достаточно просто. Это не ралли-пикник, хотя очень идентичный. В ралли-пикник там можно реально в жопу попасть. Здесь, к сожалению, не знаю, как по мне, к сожалению, трэша, поскольку маловато, мы проедем, как обычно, все достаточно по накатному. Уже 150 раз проверили трассу, ошибок не должно быть. То есть все просто. Я не хотел снимать видео по этому поводу, но... У нас, посмотрите, какая погода. А нам, чтобы вы понимали, организаторы устроили небольшую приколюху. Вот прикиньте, если мы в пикнике 160 километров проезжаем за 6 часов где-то. При этом, посмотрите, какие скоростя у нас бывали, да, до 150 доходило по асфальту. А тут у нас большинство будет грунта, минимум асфальта, и нам нужно 191 километр за 3 или 3,5 часа пройти. Вы представляете, что там будет твориться вообще на полях? Как нам нестись надо будет? А там пески по-любому. А там-то, посмотрите, да, те, кто хоть плюс-минус понимает, какая обстановка в полях... Посмотрите, то есть стоят лужи, блин, реально пропитанная земля, и он до сих пор моросит. Это будет нечто, это будет, должно быть нечто веселое. У нас, слава богу, лебедка есть, сантреки есть, лопата есть. Правда, одна, мы не думали, что пойдет дождь. Ну ладно. Серега уже погнал, я сейчас жду человека, который проспал. Приехал на этом запорожце, я, в общем, сюда на жилмассив Победа. Ой, зверюга. Такой прикольный зверюга, что... интересно. Во-первых, зеркальная коробка. Первая как вторая как первая, третья как четвертая как третья. Прикольно. Но самый большой прикол, это фишка всех запорожцев. Просто здесь как-то оно более выражено. Я еду, вот мой уровень глаз, и я смотрю в руль для того, чтобы мне... объезжать ямы, мне приходится и либо сюда нырять, смотреть. Короче, такой немного геморрой. Чтобы открыть стекло, мне нужно открыть дверь, потому что из-за труб это сделать тяжело. Пришлось, видите, обломать, не мне, конечно, обломать ручку, потому что она не проходит между трубой. Приколюх, кстати, очень-очень много у этого автомобиля. Как-то бы снять обзор на него было бы интересно. Да ладно. Все, ждем и выдвигаемся дальше. Собственно, здесь у нас проходит метком и регистрация. Вот такое количество участников. В заброшечке тут немного оборудовали для нас. В общем, у меня очень сильно пониженное давление. Это и нормально, у меня всегда 100 на 70, но кофе выпить не мешало бы для того, чтобы давление немножко-то поднять. И сейчас едем проходить техком, где-то на стадионе, где пока неизвестно. Все настолько просто с обклейкой, что Серега даже может это сделать сам. А я с кофейком. Здоровье поправляет, некудышный вообще. Штурман, блин, лечиться ему надо. Алкаш и наркоман. Кстати, этот, что у нас был, тоже в трофеях участвует хлопчик. Частенький. Наверное, едем вот туда.
Вот там вот где-то я видел собрание, и Сагайдак туда поехал. Так, Сагайдака уже шпикают во все багажники и капоты. Сейчас будет шпикать нас. А кто уже усался перед гонкой? А кто у нас второй описался перед гонкой? Идет. Следом. Там меня шлепнули, тебя еще нет. Ой, я на что-то сел. Где он не отмечен, но это может быть пеший, либо автомобильный пост. У него будет стоять красная печать. Вы когда подъезжать будете, вы четко его увидите. Подъезжай. Так, ну что ж, господа, мы получили легенду. Она имеет очень много исправлений, потому что прошел дождь и есть места непроходимые. Поэтому их, как видите, вот так вот убирали. Ну, и все легенды страниц так может до 10. И сейчас, поскольку эта легенда у нас имеет вот такие вот интересные обозначения, видите, которые у нас в пикнике не встречаются, допустим, вот такие, да, ну хоть это и зачеркнуто, но я вам просто показываю. Все это сейчас нужно расшифровать. Есть вот такая вот таблица с расшифровкой и подписать. Здесь можно в этой книженце, короче, писать, и мы сейчас подпишем для того, чтобы потом не тратить время на расшифровку, чтобы все читалось достаточно быстро. Ну и как бы все. Мы стартуем первые, у нас 12.00, вы самые первые, мы будем прокладывать дорогу, это есть хорошо. Потому что за нами будет куча народа, которая в случае чего нас может вытянуть. Итак, мы в деревне, местному населению достаточно интересно, потому что крайне редко у них проходит какое-нибудь мероприятие. Мы на стадионе какой-то школы, по всей видимости. Много ребят вон приедут до сих пор на велосипедах. Вон много молодежи поприезжало на велосипедах. Все будут смотреть. Старт у нас отсюда. Немножко опаздываем, но вот-вот. Уже едем? Итак, мы открываем это мероприятие. Мы первые, как видите, уже стоим. Народ нам аплодирует стоя. Серега нервничает. Я уже принял таблеточку, которую нужно. И нас впереди ждет веселье. Благо, немножко лучше по погоде становится. Дождя, скорее всего, не будет. Это хорошо. Все, вон уже у нас директора речь говорит. То есть поняли. Добавляем. Через час минуту вы должны быть на КВ-2. В 13.11 есть. Да, да. Запиши 12.10. Подъедет, ты там принимай. Так, минута до старта. Подъезжаем к часам. Ну, по идее. Что-то. 24 секунды до старта. Вот, нам похлопали. Спасибо большое, спасибо. Топить говорить не будет. Давай стань здесь. Блять.
Правда, там гаишники, становиться здесь нельзя. Нельзя, что нельзя? Ну, блядь, сплошную перебили. Ебать, заспекали. Звониться гайдаку? Нахуя. А что делать? Разворачиваться? Давай пизды за ними, хули, если у них так же бьется, как у нас, они нас не видели, значит что-то плюс-минус вниз под мост. И Т-образка там как раз есть, как положено. Ну вот тут надо разворачиваться. Несмотря на то, что Запорожец едет перед нами, хотя мы стартовали первые, пока все идет по плану. Мы немножко блуканули, но общими усилиями мы нашли дорогу и все, едем минута в минуту, без опозданий, без опережений. Просто идем и все. Кстати, сзади нас еще техничка. Объехать надо. Так, мы стали, перегрелись.
Фу, Серега попшикал водичкой. Сейчас стоим, чуть-чуть остываем, потому что-то очень сильно перегрелись. Опоздали мы все-таки на 11 минут на первое КВ. 200 метров. Ступенчатый спуск и подъем. На протяжении 400 метров сейчас там. Левее прямо. Ага. 400 метров выбоин. Вот это выбоин. Через 150 метров креста осторожно очень. Дорога штаны нам вправо. Проезженного-то. Ну да? Да. Поехали. И, судя по всему, тиньковские следы. Так. Так, вон зазик сзади ползет, по-моему. Ты греешься сильно. А где стрелка нахрен? Ебать, так мы кипим. Ну да. Давно мы, интересно, кипим? Почему электровентилятор, блядь, не сработал? Греют! Падает что-то! Вентилятор маслает? Вентилятор маслает.
так вот. Ну да, похоже. Но только перед столбом. То есть нам на ту дорогу? Так, стоп, где электровентилятор? Так, у нас опять с вентилятором какие-то бока. Серега сейчас настраивает его, чтобы он работал напрямую. И ребята неправильно поехали, а мы поехали правильно. Мы, ну как, мы додумались правильно. Электровентилятор. 10, ебать ту Люсю. Что давай крестовую отвертку доставай. Она где у нас? В багажнике? Да нет, в багажнике под запаской она. Под моей, да? Не, под этой, под моей. Блин. Fucking fuck. А я ж тут намотал, ебить нахуй в рот. Блядь, я говорил, быстро достанем. Быстро достанем, не ссы. Ну как, относитесь. Так, чуть-чуть полетает так твой стробоскоп. Вот кто намотал, блядь. Так, есть, это я достал. Что еще нужно? Все, больше ничего. Вылетел провод с твоей не себе какой фигни. Что там? Головку куда-то просрал. Она куда-то... Ага, вон она. Сука, так. Ебать, нахуй, искрит как. Все, этот автомат, блядь, менять надо ему тоже. Не держит? Надо встромить, может, саморез какой-нибудь туда? Блядь, что ж у нас в последнее время электрика-то? Ну, вроде, блядь, держит. Может, ты этот ключ оставишь здесь, а все остальное мы упакуем? Да. Головка, если отлетит, она может укатиться и выпасть. Да. Все норм? Пятьсот метров. Нам вправо дорога будет уходить. Очень опасно. Ага. Ай, ебать нахер. Yeah.
Все правильно. Прямо, да. Так, ребята, у нас отпал проводок. По всей видимости, Серега знает, в чем проблема. У нас такие жесткие прострелы в карп. Ой, в выхлопную. Сейчас он это устранит по-быстрому. И у нас, походу, глушак опять. Помните, когда-то на Черкассах было? Или не на Черкассах? Да, на Черкассах вывалил коллектор. Походу, опять повторилось. Звук не из приятных. Офигеть, в траве можно было бы заблудиться, там просто капец. Так, 14.54 ваше время. Ага. Ну, страшное все позади, все страшное я у вас убрал, дальше уже на финиш спокойно едем. Ага. Дальше по легенде. Ну, с Богом, давайте. Давайте до финиша. Интересная дорожка. Ты то слово. Да. Это вам не пикник, Галик. 270.
вот-вот стреляем вправо. Вот не у нас там. Нас валит. Сейчас. Ну, давай в кусты. Через кусты. Круто вправо. Вот сюда и выезжаем. Да ладно! Да ну быть такого не может. Ну все четенько. Серега смотрит, как нам тут выехать. Нам реально по легенде надо тут выехать. Да? Да. Хоть мы и ехали с очень большим опозданием. И нас много кто опережал. Мы первые, кто появился на контроле времени третьем. Поэтому мы сейчас всех опережаем. В минуту. Не вопрос, то есть тебя 21.53 было. Это, наверное, да? Посмотрим. Фу, ебать. Тяжелая, очень тяжелая. Ну, теперь машину осматривать надо, что я вам сказал. А вы не забираете его? Фух, не, ну это вообще пиздец полный. Мы успели на последнее КВ, несмотря на то, что там такая засада была, в траве ехали, машины вообще не видно было дороги. Мы успели на последнее КВ на 7 секунд, 7 где-то, 6-7 секунд успели. Капец! Вот это мы собрали в Амброзии, блин, по дороге, капец! Привет! Привет! Фоточка на память, там нас фотографирует. Капец. Не, ну это, конечно, круто. Пацаны, потом вылет и газон по силе, нормально. Ты видишь, Серега, я тебе говорил, что может дрифтануть, а ты-то нет, детям газон. Ну, а так теперь, допустим, не все понимают, сколько мы даже 100 километров будет. В зависимости от настроек, от 6 до 8. Кто хочет заказать? Какаем только себя, остальное дорого, говорит. Машина перестала ехать. Мы снимали крышу и шлапанов, ремонтировали, чтобы оно там начало работать. Регулировали трамплер. В общем, полка без пол двигателя перебрали. Это только такие, как Дмитрий и Анатолий, могут за гонку и заново автомобили сделать и приехать в финишу. Аплодисменты им! И машина не заводится. Сейчас не заводится машина. Разрешите, простите, извините.
Так, 21-й. Оп, исторический класс. Первое место. Белявцев Руденко. Ю-ху! Сумма очков 1620. У нас тут стояло 53, ну, а тут 52. Так, слышишь, мы бы заняли место и в туризме первое. Да? Ну, значит, хорошо. Побили машины. Сколько? Сейчас будем выходить. За первое место находится Белявцев Сергей. Ну что ж, друзья, вот и первое место мы заняли. Вновь Самара и первое место. И мы молодцы. Все, всем до новых встреч.